Всем привет, мои дорогие, любимые девушки! Здравствуйте! Сегодня у нас День влюбленных, и я хочу поздравить вас с этим приятнейшим праздником. Вместе с моей подругой, бьюти-блогером Анечкой из Флориды, мы подготовили для вас приятный сюрприз. Сегодня конкурс, а значит, две девушки из вас смогут выиграть подарки. И это будет красная помада. У нас же День влюбленных, понимаете? Значит, мы празднуем красный. На моем канале вас ожидают две вот такие помады от Армани. А какие помады на канале Анечки, вы узнаете, если перейдете прямо сейчас. У меня в инфобоксе ссылка на ее видео. У меня, кстати, на губах сегодня тоже помада красная Армани, поэтому играйте, участвуйте, и вам понравится. С подарками мы разобрались. И как же участвовать в этом конкурсе, спросите вы. Условия участия очень простые. Все, что вам нужно сделать, это написать под этим видео у меня на канале «Участвую». И также перейти на канал Анечки и поучаствовать еще раз и в ее конкурсе. Но поскольку комментарий «участвую» очень короткий, он может не засчитаться YouTube'ом. Многие из вас, наверное, не знают, что короткие комментарии не засчитываются. Поэтому, пожалуйста, к слову «участвую» добавьте, какое из всех моих видео ваше любимое. Какие условия у Анечки, я не знаю, поэтому внимательно смотрите ее видео. Девочки, вы можете участвовать только на канале моем или только на канале Анечки, но, конечно же, ваши шансы удваиваются, если вы участвуете на обоих каналах, потому что тогда у вас больше шансов выиграть вот эти красные помады. Участвуйте. Надеюсь, что многим из вас повезет сегодня, вернее, двоим из вас кому-то повезет, и надеюсь, что это будете именно вы. Сам розыгрыш состоится у нас 1 марта. Время я пока не знаю, поэтому напишу об этом дополнительно. И каждая из нас, и я, и Анечка, выберем по одной победительнице. Каждая из вас из этих победительниц получит две помады. Две помады на моем канале я уже показала какие-то. Две помады Армани. Хочу также уточнить, что помады эти я не открывала, не сводчила, поэтому вы получите их совершенно новыми. Вот, чтобы у вас не было таких вопросов. Можете перейти на мое видео про вскрытие календаря Армани, и там я это все рассказываю, показываю, но не сводчу вот эти конкурсные помады. Это для тех из вас, кто пишет, что я могу юзанную косметику подарить в конкурсе. Это все неправда, девочки, это проделки хейтеров. Также оставляю в комментариях под видео ссылку на поздравление со Святым Валентином. Вы это поздравление можете посмотреть и получите заряд бодрости на целый день, я вам обещаю. А можете поделиться с любимыми подружками или со своими друзьями. Очень вас люблю, всем пока-пока и увидимся в моем следующем видео, которое будет о Dior.